Всем привет, вы на канале 3D Space, и сегодня мы посмотрим, сколько у нас добавит ячеек. Хорошо, расширение чертежей, которое можно скрафтить в любой фракции, когда ты ее докачиваешь почти до самого конца. У нас нет дополнительных ячеек в гараже. Давайте посмотрим. Нет дополнительных ячеек на выставке. И получаем расширение чертежей. Не будем его продавать, а отправим на склад. Итак, ничего не добавилось. Надо нам эту дискетку активировать. Идем на склад. Ищем, где она у нас лежит. А лежит, должна она лежать у нас в ресурсах. Не в оружии, не в запчастях, не в украшениях, не в краске, а в ресурсах. Только она у нас спрятана. Вот она. Для расширения количества мест на один требуется одна дискета. Да. О, в гараже у нас добавился один слот. Это же круто. Теперь мы можем ставить на одну машинку больше в гараж. А на выставке у нас добавилась одна ячейка под чертеж. Еще один дополнительный чертеж мы можем хранить на выставке. Итак, одно хранилище чертежей нам добавляет по одному слоту в гараж и на выставку. С вами был канал 3D Space. Подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Пока-пока!